Я с вами. Я снова с вами. Здравствуйте, здравствуйте. Привет, привет, привет! Ты завтра сможешь сходить у меня? До косметолога. Привет, привет, привет всем! Ты замуж вышла? Ага, практически. Это моя визуализация. Хочу я замуж, замуж хочу. Да ты не бойся, я все оплачу. Саратов, привет. Красотка, спасибо большое. Сижу без фильтра, чтобы не было бригеров. Вы знаете, что я понимаю, что мы очень часто курим кальян. А это очень вредно. Сейчас закончатся все дни рождения июльские наших знакомых. И мне кажется, надо будет переходить от кальяна куда-нибудь. Красотуля, спасибо. Воль. Какая ты противная. Противная я. Я очень-очень люблю свою противность, особенно когда вы на меня смотрите. Несмотря на то, что я противная. Смотри, экран не за это. Я с того Дагестан, привет! Потому что слишком мало знакомых, хорошего, чего несете. Саша, домой добрать тебе самого лучшего. Спасибо большое. Еще не скоро. Ижевск, привет. Даже Ижевск. Кто-то меня не смотрит. Привет, привет. Привет. Привет, привет. Вы знаете, в заведении есть такое в Чебоксарах. Ролан называется. Очень нравится мне здесь. Саша, ты красотка, счастье тебе. Что больше всего нравится? Тебе нравится, а твоему любимому? Мне кажется, это надо у любимого спросить. Но он сейчас занят, работает. Владимир, привет. Владимир даже. Всем. Я приехала сюда по работе с любимым. Германия тоже, привет. Ничего себе, сколько у вас? Давайте сразу пишем, кто откуда. О, Вика, привет. Да, приезжаю в Чебоксары покурить кальян. Суфы, привет. Уфа, привет. Конечно, конечно. Я просто секс-машина. Знаете, мужчина характеризует его поступки. Дай бог вам такого мужчину, который не языком пиздит, а делает. Орск, привет. Орск, привет. Тюмень. Новотроицк, привет. Усмонь, привет. Ты супер, спасибо. Вам не видно? Кому видно, а тому должно быть стыдно. Что за видение? Рола. Какие завистливые люди пишут чушь. Да, людей очень много завистливых. Поэтому я говорю, счастливые люди, они никогда, им просто будет не до моего инстаграма, не до того, чтобы время, не для того, чтобы мне написать комментарий, его просто не будет. Новочебоксарск, привет.
Вот, потому что я вот, знаете, по себе, наверное, сужу, когда-то, когда мне не хватало чего-то в жизни, мне было лет, может, 18-19, я там хотела себе что-то там сделать, там, не знаю, неважно, допустим, нет средств и так далее. И у меня прям, знаете, вот эта вот черная зависть была, не белая зависть, а черная к тем девушкам, которые там себе могли что-то сделать. Вот, и это так и есть, это просто я сама была когда-то такая же, я прям не то, что завидовала, но мне прям тоже хотелось, прям очень хотелось, но как бы я добилась этого, я добилась всего, что, чего я хотела когда-то, и я даже теперь, ну, мне даже не интересны другие люди, другие девушки, мне, ну, как бы, я даже, ну, то есть, смотрю вот на красоту и могу сказать, да, девочка реально красивая, то есть, да, девочка там симпатичная, да, девочка не очень. То есть спокойно. Привет, Зай.